На юго-западе Москвы полицейские выявили аптеку, в которой нелегально торговали сильно действующими препаратами. Десятки упаковок с обезболивающими, капли для глаз. Все это так называемые аптечные наркотики. Препараты отпускались без рецепта. Журнала учета у фармацевтов не оказалось. Нашли полицейские и выручку, полученную мимо кассы. Как выяснили стражи порядка, круг постоянных покупателей был весьма специфическим. В основном наркоманы. В полицию об этой аптеке сообщили местные жители. В ходе отработки заявлений, поступившего от жителя столицы, полицейские выявили аптеку на улице Веденского, провизоры которой отпускали лекарственные препараты без рецепта. При обследовании аптечного пункта установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, а также установлены факты безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. В ходе проверки стражи порядка изъяли более 300 упаковок с различными сильнодействующими препаратами.